Вы детьми не прикрывайте свое хамство. Это по определению тротуар сюда нельзя заезжать. Вы знаете правила? Подлые провокаторы и хайпажоры лишились очередного места для набора лайков. Мужчина, добрый день. Вот такая ситуация. Вы, я так понимаю, водитель этой машины, да? Да. А вы на тротуаре стоите. Можете машинку убрать? Вот прямо сейчас, оперативно. Нет, тротуар. Сейчас не могу. Чуть-чуть попозже. А вот прямо сейчас. Даже не чуть попозже. Парковочных мест очень много. Можете припарковаться по правилам. Сейчас не могу. Ну, вы же получите наклейку, вы понимаете? Мужчина, вы точно машину убирать не хотите? Ну вы же машину убирать не хотите? Вы можете припарковать машину по правилам и... Давайте, у меня есть дети, видите? Вы детьми не прикрывайте свое хамство. Я не прикрываю. Здесь больше, здесь ездить. Значит, припаркуйте по правилам машину, а потом детей отведите спокойно, за ручку. Вы не можете припарковать машину по правилам, а потом ребенка отвезти. Вы сейчас здесь, я с вами могу поговорить. Поверьте, не хочу наклейку клеить, но придется, если вы не уберете. Я вам могу подсказать, вот у меня есть правила дорожного движения. Давайте с вами посмотрим. Тротуар, элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающих к проезжей части или к велосипедной дорожке, либо отделенный от них газоном. Предназначенный для движения пешеходов. Там пешеходный переход. Больше никакого заезда сюда не существует. Только через пешеходный переход. А как можно через пешеходный переход заехать? Никак. Значит, это тротуар по определению. Вы со мной согласны? Вы мешаете людям. Ваши дети здесь также будут ходить, кто-нибудь также заедет и собьет их. Вам это хочется сделать? Чтобы вот ваших детей кто-нибудь переехал? Нет, конечно, вам не хочется. Значит, уберите, сделайте так же для своих детей. Уберите свою машину с тротуара. Я с вами долго разговаривать не буду. Вы либо сейчас убираете машину, либо получаете наклейку. Потому что я жду, у меня ребенок. Вот, припаркуйтесь там, там можно найти. Можно напротив, вот здесь напротив есть место, где можно припарковаться. Далеко. Вот, видите, далеко. Куча машин припаркована. Далеко. Далеко? Перейти да. По пешеходному переходу я и дойти сюда? Я никому не мешаю, люди ходят. Смотрите, машина проехала, сколько людей с этой машиной могут здесь пройти? Один, может быть, два. Мама с коляской уже здесь нормально не пройдет. Ваши же дети также могут здесь не пройти. А если вашей машины здесь не будет, то и людям свободнее будет ходить. Понимаете это или не понимаете? Вы говорите, никому не мешайте, потому что вам кажется, что здесь много места. Поставьте сюда еще одну машину. Сколько здесь будет места? Много? Нет. Здравствуйте. Вы на тротуаре припаркованы. Очень плохо, очень плохо. Вот задом убирайте машину. Она и на этой стороне есть. Вот, парковка рядом. Тут пройти лишние 10 метров. Ребят, подойдите кто-нибудь к водителю «Газели», он перекрыл пешеходный переход. Выворот на машине, еще раз говорю, она не выворачивает, бампер задает. Вот сейчас руль выкрутили, сдавайте назад. Отличный выворот на машине, в чем проблема? Нам не интересно ваше удостоверение. Там заняты места, там заняты места. Я что, должна платить 200 рублей за час? Там 40 или 60 рублей за час. Я спрашиваю, я просто говорю. 40 или 60 рублей за час, там не 200. Вот место должно быть для банка отведено, для клиентов. Если вы несете крупную сумму в банк, послушайте, не перебивайте. Меня должны встречать. Пожалуйста, послушайте меня, женщина. Если вы перевозите крупную сумму... В банк? Хоум-кредит? Вот, да? Нет, вот хоум-кредит. Ну, да, ограждение, тут вообще банк не кредит. Вот хоум-кредит. Около метро она ходит. Да вот он хоум-кредит, зачем? Поликлиника, салон красоты и парк. Рядом, салон красоты рядом. Он знает, что... Ну, я тоже знаю, куда я приехал. Женщина, если вы везете крупную сумму в банк, заказывайте инкассацию. Поэтому
это не аргумент. Вот помощь, заказать надо прежде себе, себя заказать. Сделайте себя человеком. Вот именно, поэтому не надо заезжать на тротуар. Я и говорю, сделайте себе человека. А когда ты стоишь и не знаешь, ты вот говоришь... Вы понимаете, что на тротуар заезжать, сбивать людей, это не по-человечески. А кто сбил? Хоть одного человека здесь? Вот! Вот! Смотрите на меня! Вот! Двоих сбили. Да я не удивлюсь, что тебя сбили. А что тогда в школу 12-ю в Украине я записываю? Девушка, а вы зачем на тротуар заехали? Вы же не знаете. Вон он, оранжевый, прямо под колесом. C-066-VO-799. Всех сбивают на этом тротуаре. Да. Ну, да. Да. Помянем. Мы снимаем, как машин по тротуару катаются. Тротуар. Хотите спросить у сотрудника ДПС, он вам штраф выпишет. Вот, вот, пожалуйста, инспектор. Подойдите к нему за штрафом. Сказали. Больница, почему сказали, что это парковка? Ну так больница у нас... Вот я, например, не могу ходить долго. А попросите, у них есть коляски специальные. Коляски? Припаркуйтесь по правилам, они вас на коляске довезут. Ну, так это вопросы к больнице, как же, какие же нам вопросы? Почему перекрыли? А почему было открыто, вопрос? Здесь тротуар, здесь ходят люди, здесь когда катаются на колясках. Я заехалась. Нет, так зачем вы сюда заехали, на тротуар? Я делаю энтероскопию, это гадкая процедура. Ты ужасная, не спорю. Представляю. Хорошо, почему нельзя было? Зачем было? Это по определению тротуар, сюда нельзя заезжать. Почему вы знаете правила? Почему не было написано? Вот, смотрите, правила дорожного движения. Я вот. Не в курсе, была что-то. Вот, да, вы как водитель, вы получали права, не покупали их, правильно? Слушайте, вот смотрите определение тротуара. Тротуар, нет, смотрите, вот. Определение тротуара. Хорошо. Не перекрыто. Могут быть коммунальные службы, скорая, полиция должны подъезжать. Почему там закрыто? С той стороны? Да. Ну потому что но там закрыто. Выехать теперь? Я из больницы еду. Вот вы сейчас поставили какие-то штуки. Что это? Ребят. Вы честно обещаете, что вы больше никогда я не будете? Я никогда сюда вообще не приеду больше. Отлично. Все. Спасибо вам. Спасибо, что больше не будете нарушать. Дорогие друзья, сегодня на улице Героев Панфиловцы, дом 1, мог бы быть очередной рейд, но случилось что-то... что многие скажут невероятным или невозможным, или даже ужасным. Случилось то, что подлые провокаторы и хайпажоры лишились очередного места для набора лайков. Ну, так бы сказали типичные автохамы. А мы сегодня празднуем победу. Ведь на тротуаре по адресу улицы Героев Панфиловцев, дом 1, сегодня поставили столбики. Теперь еще один тротуар свободен для пешеходов. Теперь они могут не бояться ходить, не прыгая от машин. Надеемся, что впредь так и будет. 10 месяцев трудов. 10 месяцев трудов не пропали зря. В конце я хотел бы добавить. Спасибо вам огромное, подписчики, за вашу поддержку. Ведь это все было бы невозможно без вас. Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать нас поддерживать. До новых встреч!